Господин президент Токаев, почему с момента вашего правления так ухудшилась жизнь казахстанцев? Почему кругом безработица? Почему все дорожает, а зарплаты и пенсии остаются на месте? Вы поднимаете зарплату только госслужащим, таким как учителям, врачам, милиционерам, КНБшникам, силовым структурам. А другие граждане, которые работают в других сферах, получают мизерную зарплату. В то же время наши депутаты получают по 2,5 миллиона, по 3 миллиона, по 800 тысяч, по 1 500 000. Плюс депутаты-акимы, они находятся на гособеспечении, получают бесплатное топливо, получают бесплатные машины, бесплатные дома. А простой дворник, простая медсестра или простой охранник, почему вы не думаете о них? Почему мы должны существовать, выживать на окраинах вашего богатства? И почему же отменяются различные льготы для простых граждан? С каждым годом изменяются законы в пользу депутатов, в пользу президента. Изменяется конституция без мнения общества, без мнения граждан Казахстана. Почему так происходит?